человек точно должен уловить. Нельзя бежать от того, что что-то проявляется не так. Это не так стучится. Есть такое выражение, я много раз стучался, но вы не открывали. То есть это сущностное стучится через какие-то факторы, стучится через какие-то признаки, какие-то ситуации, через какие-то состояния, чтобы человек уловил, что что-то здесь не так, что есть, но не может человек не знать, как я уже говорила на прошлом эфире, но не может океан вода быть водой, а поднялась волна, и она не вода. Он не может, соответственно, человек не может не быть совершенством. Вопрос заключается, куда же он попал, что он себя чувствует несовершенным.